Ярослав Крашевский, автор победного гола в сегодняшнем матче. Ну, расскажи, как это было. Это было очень неожиданно. Я, к сожалению, эту неделю все болел. И очень благодарен тренерскому штабу, что дали мне шанс сыграть, несмотря на то, что я болел. Многие не доверяют игрокам, которые болели всю неделю, но мне доверили. И я как бы воплотил их доверие, вышел, забил. Очень крутая атмосфера была, и мы обязаны были просто сегодня победить. А как вообще это получилось-то? Как получилось? Видел подачу Егора Чистякова. Вижу, что защитники меня потеряли. Не рассчитали немного территорию мяча. Я выскочил из спины защитников и просто ударил по вороту, как смог. Пятка была удобнее всего мне ударить. И вратарь не успел выйти. Я перед ним сыграл, забил гол. Ну да, не победный гол получился. Ты сравнял счет, да. Но ты уже упомянул атмосферу. Что было самое крутое? Как нас болельщики до конца поддерживали. Несмотря на то, что мы проиграли 1-0. Пришли огромная толпа. Просто суперская атмосфера. Мы очень счастливы, что нас так поддерживают вообще, так, такой великий клуб, и даже молодежная команда так поддерживает, это очень классно. Ты выходил на замену, что тебе сказал тренер? Мне сказал тренер, бить по воротам, активничать, прессинговать соперников, все. И ты решил это сделать пяткой? Я решил сделать. С победой. Спасибо большое.